Краевые программы по поддержке коренных народов обошлись в этом году бюджетом разных уровней более чем 88 миллионов рублей. В 2017-м на эти цели поступил 81 миллион. Такую динамику озвучили на заседании профильного комитета регионального парламента. Как отметил председатель комитета Андрей Лиманов, средства идут на укрепление материально-технической базы для ведения традиционного образа жизни, дополнительные медицинские и социальные услуги, повышение доступности образования и сохранение культурных традиций для представителей КМНС. Подробности на сайте Краевого ЗАГС Собрания.